Новочебоксарск – город единства народов и культур. Фестиваль под таким названием стал уже традиционным праздником. Как умеют дружить, творить и принимать гостей жители города-спутника в нашем следующем репортаже. Русские, татары, марийцы, армяне. В ДК «Химик» собрались представители различных диаспор и землячеств. Аутентичность любого народа – понятие многогранное. Мы представляем два номера. Татар-мишар, которые у нас издревле танцевали, пели бабушки, наши дедушки. У нас в селе все татары-мишары. Татар-мишар очень интересный был фольклор. Даже если мы с детьми разбираем старинные танцы, у нас есть один танец, это танец с платком. Это танцуют только, танцевали в нашем селе только бабушки. Девушки прикрывали лицо. Новочебоксарск – город особенный. Гидроэлектростанцию на Волге и химкомбинат в 60-е годы приезжали строить со всего Советского Союза. В Новочебоксарске вот уже 59 лет в мире и согласии живут люди 53 национальностей. На фестиваль в национальных костюмах пришли целыми семьями. На сцене танцы разных народов. Так родители, дедушки и бабушки знакомят детей с историей многонациональной России. Не обошлось и без национальной кухни. Мордовские ватрушки с творогом, панджакай, пирожки с яблоками, верзере, блины с манной крупой и моченые яблоки. Где еще попробуешь такое? Наш народ дружелюбный. Очень, как бы сказать, приветливый. Всегда встречают гостей хорошо и провожают хорошо. Дружат со всеми народами, дружат и с чувашами, и с татарами, со всеми дружат. На чувашском столе традиционные местные блюда. Чагат, хуплу, ягодный напиток сывлах. В этом городе живет самый дружный, самый активный и самый трудолюбивый народ. Поэтому желаю вам и в дальнейшем жить в дружбе, мирного неба над головой вам, здоровья, счастья, успехов, любви вам. Живите дружно и дальше.